Всем привет, меня зовут Ксюша, и я заметила, что в последнее время на Ютубе многие стали снимать видео на тему мюзикли. Кто еще не знает, но я думаю, что это уже знают все, мюзикли — это приложение на мобильное устройство, в котором ты можешь снимать свои клипы под какие-то песни. Я еще никогда не снимала мюзикли, вот вчера я только установила это приложение себе на телефон, так что сегодня я вместе с вами хотела бы попробовать заснять свой первый клип в мюзикле, и вы будете свидетелями, как я буду снимать этот клип и получится ли у меня это сделать. Ну а теперь, чтобы вы точно убедились, я сейчас захожу в мюзикле. Вот, захожу на свой профиль. Ксюша Гладышева, тут еще 0 подписчиков, 0 лайков. Ну, в общем, я только установила, это понятно. Итак, нам предлагают снять свой первый мюзикле. Ну что ж, давайте. Так, выбираем музыку. Так, у нас выдаются такие плейлисты. Ну, давайте зайдем в хиты. Нагружается. Так, ну, вот есть LJ «Розовое вино». Давайте под эту музыку снимем какой-нибудь клип. Я выбрала песню, и тут можно выбрать скорость музыки. Скорость песни давайте поставим на 2, чтобы хоть как-то успевать, так сказать, петь. Так, ну и начинаем. Так, я засняла клип, все готово. Теперь нажимаем кнопку опубликовать. Так, ждем 40%, 42%, 50%. В общем, ждем. Так. Так, загрузилась, тут выдалось поделиться с друзьями. Так, ну я есть тут только ВКонтакте. Давайте попробуем. Нажимаем на ВКонтакте. И что это? Ой, на меня кто-то подписался в мюзикле. Так, ну что ж, я вроде нажала, но что-то у меня ничего не происходит. Ладно, я потом с этим разберусь. Давайте, все, я закрыла. Так, клип у меня выложился, все хорошо. И у меня уже 2 фаната. Один клип. Подписались на меня Камила и Нелли Рассел. Надеюсь, правильно прочитала. Так, ну вот, видео уже есть, и теперь посмотрите и оцените мое первое видео, первый клип. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая. Ну, мне, в принципе, понравилось снимать в мюзикле, так прикольно, такие ощущения прикольные. Давайте еще что-нибудь заснимем. Вот я тут вижу комедия, так, посмотрим, как бы списки, что можно выбрать. О, вот называется «Я жиробас», я видела, уже многие снимали, у них так прикольно получалось, хоть это и так смотрится так. В общем, прикольно, мне сами клипы у других людей нравились, вот я тоже, давайте попробую заснять. Так, ну, скорость я выбираю опять 2, потому что я еще как бы не умею снимать в мюзикле и буду только учиться. Вот, сейчас посмотрим, что из комедии выйдет. Кстати, тут можно менять как бы свое положение, ставить на стоп в процессе съемки вот видео какого-то своего. Давайте сейчас попробуем так сделать, посмотрим, что получится, вообще получится ли у меня с остановками заснять клип. Стоп. Так, сейчас посмотрим. Давайте, ну, вот так вот. Я тут боюсь, я как-то так снимать непривычно, потому что... Блин, я толстая. Я весьма толстая. Я очень, 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 очень,
Так, клип получился, публикуем, загружаем, а вы смотрите и оцениваете. Я толстая, я толстая, блин, я толстая, я, видимо, толстая, я очень-очень-очень-очень-очень-очень, я жиробас. Ой, у меня уже в мюзикле 4 фаната, ничего себе, как набираются они. А вы как считаете, получается ли у меня вообще снимать видео в мюзикле или нет? Напишите мне об этом в комментарии. Ну и давайте попробуем заснять что-нибудь последнее на, ну, какую-нибудь такую обычную песенку. Я нашла песню «Якутяночка», она мне очень сильно нравилась прошлым летом, когда я была в лагере, так что я на нее сейчас запишу клип. Ну, видео снято, публикуем. Ого, ребят, и у меня уже 5 фанатов в мюзикле. Я не думала, что люди начнут так быстро как бы на меня подписываться, что ли. Ну, тут считай, сколько я, минут 10, наверное, даже меньше прошло, и уже 5 людей подписалось. Это же прям прикольно, мне нравится. Ну и оцените, какая якутяночка из меня получилась. В эти белые края вновь. Видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, то поставьте ему лайк и напишите в комментарии, снимать ли мне еще такие видео на тему мюзикле, понравились ли вам такое видео на тему мюзикле. Просто я подумала, что этот канал можно разнообразить чем-то и выкладывать сюда не только DIY, но и еще что-то такое веселенькое. Ну а с вами, как всегда, была Ксюша. Всем пока-пока!